Ну, у меня есть пару личных историй. Я думаю, они уникальны. Ну так расскажите их. Они на тему того, что все думают, что я непобедима, но на самом деле это не так. Я же все-таки тоже человек. Ну скажите, копы пытались вас арестовать? Ладно, он ваш. Стой! Ты так или иначе должна поехать со мной в участок. Чего? Ты отпусти! Что с руками? Да, я понимаю. Но, может, вы расскажете тогда мне свой неудачный опыт в роли героини? Ты так и будешь стоять, болван? Я не смогу держать ее вечно. Ну что, приятель, твоя очередь поквитаться. Знаешь что, мне кажется, она в отключке. По-моему, с нее достаточно. Снимай с нее маску. Да, вот так они со мной поступили. Потом вся грудная клетка болела еще неделю, у них были синяки. Но зато они не сняли с меня маску. А то бы им это дало дополнительную бы потеху, потому что моя губа была разбита.